Так, ну что ж, всем привет. Сегодня мы разберем квадратный модуль мощностью 500 мВт, 650 нанометров. Вот, ну короче, из лазерного проектора AT Laser. Так вот, модуль стоял. Где уже здесь написано? Да, вот. Он, кстати, этот модуль сгоревший, но нам ведь интересно посмотреть, как мощный 650 нанометров стоит. Точнее, не стоит, а сделан. Вот, кстати, от него такая вот надпись была. И вот летела. Ну, чё ж. Кстати, кабель здесь километр. Кстати, надо вам показать то, что он реально не светит. То есть, то, что я его не боюсь разбирать особо-то. Вот там, кстати, так как он сгорел, светит он вот так вот, а не яркой точкой. Ведь это надо, кстати, смазать, жужжит. Так, ну чё ж, ищем здесь болтики. Просто как все нашлось быстро. Но болтики мы там откручивать не будем, мы сделаем по-другому чуть-чуть. Мы с ними постараемся снять весь корпус. Поэтому мы открутим здесь вот. Благо все хорошо откручивается. Но видно его просто никто не разбирал. Просто, короче, сделан тогда качественно, что все, можно сказать, идеально откручивается, а не расшатан там или еще что-то. Все равно не шевелится нифига. Здесь, кстати, все заклеено. Либо что-нибудь поменьше. Здесь стоит лазерный диод C-mount. Кстати, нифига сразу не откручивается, надо линзу снимать. Так, стоп, а это мы открутили. Стоп, это здесь крышка должна сниматься. Нам надо его целиком разобрать лучше. Ну, смысл там его. Крышки открывать всякие. Так, кстати, вот прежде чем разбирать, да, надо пометить. Чтобы вот это вот здесь было. Ну, чтобы проще было. А то, ну, мало чего это самое. Их ведь ну, юстируют. Ну, там, дрище его. Линза такая. Кстати, все вклеено нафиг. Конечно, она крутится, походу. Но клей прям... Нет, заклеено, не крутится. Заклеено эпоксидной смолой. Фиг там, не крутится. Особо, может быть... Зря мы ее открутили. Это гребаный объектив. Он так снимется. Экспериментас. А, во. О. Сразу говорю. Витиевато сделан. Поэтому придется разбирать весь нафиг. Снимать из одной крышку. То есть. Придется крышку снимать тоже. То есть. Не все так просто, как хотелось бы. Вот мы сняли крышку. Вот здесь такое уплотнительное кольцо стоит.
силикона. А нет, не силикон, нифига. Это какой-то пластмасски, блядь. Какая-то резинка. Нифига не силикон. Так, ну чё ж. Вот так он сделан внутри. Значит, сейчас, конечно, все разберу, покажу. Так, ученый не снимать, зараза. Может, а, вон еще уголочки стоят, нафиг. Пардон, сейчас все снимем. Ой, ладно, хрен с ним. Догонять уж. Сколько? А, вон здесь как. Здесь просунуто. Все-таки это грибной по ней надо. А иначе капец будет. Потом хрен найдешь. Чересчур продумано. Здесь, походу, какой-то разъем должен стоять. А здесь припаяли кабель. То есть вот так сделано. Довольно-таки все хитрожоповски. Вот стоит красный диод C-mount 650 нанометров. Так, под ним стоит элемент Пельтье. Блин, даже не знаю, как показать. Вот, там элемент Пельтье стоит, если кто видит. На нем, на элементе, кстати, все приклеено. На элементе Пельтье приклеен такой алюминиевый бочонок. Точнее, квадрат такой алюминиевый. И на нем стоит, я уже, сам диод C-mount. То есть, вот это, конечно, фигня, я не знаю для чего нужна, я так понял. Чтобы, ну всяких постоянно не разброса диода он не попадал, ну то есть в линзу. Сейчас я попробую включить его вот так, как он есть, чтобы показать, как это работает. Ставлю. Вот он загорелся. Видно. Кстати, диод стоит боком. То есть это сам не так, как не так, как положено, должен стоять, а боком. То есть, чтобы полоска горизонта вертикально была. Сделанный. Сейчас я выключу. То есть все довольно-таки просто. Никаких дополнительных линз в нем нету. Еще раз погляните. Естественно, не знаю, конечно, почему, но у этого красного лазерного диода плюс почему-то тоже на корпусе. Да, вот как-то так сделано. Вот судя, а минус это сам контакт, вот этот сам контакт. Вот эта железяка, она ничего вам не видно. Да, а минус вот этот сам контакт, а плюс на корпусе. Так, еще раз погляните. Вот судя по кристаллу, да, здесь, ну, действительно, 500 милливатт и не больше. Вот если на кристалл поглядеть, сейчас я немного.
Ну что, положить, чтобы вам показать? Вот такой вот мелкий кристалл там. То есть похож на 500 милливатт чем-то. То есть на 500 милливатт 650 нанометров. И вон там реально контакт до хрена идет. В таком мелком кристалле. И тоже, кстати, оптоволокно стоит. Предварительно его фокусировать. То есть дополнительно здесь вот чего-то, чтобы такого вот вызывало удивление, здесь, конечно, нету. Ну, короче, простенько так сделано довольно-таки. Ну, вот с контактами, конечно, да. Шлейф был бы, конечно, проще. Ну, лично для меня. Ну, чё ж. Всем пока. Драйвер, кстати, конечно, я его не смогу уже разобрать, потому что он здесь литой нафиг. Но посмотрите хотя бы так вот. То есть один регулирует мощность элемента пельтье, какой-то вот из них. Кстати, не подписан ни один. Здесь только отпаивать диод и мерить на самом диоде. И тоже, кстати, отпаивать элемент пельтье и мерить на нем тоже отдельно. Кстати, вон там еще мелкий какой-то резистор. Вон там вот, если увидите, там стоит. Тоже хрен знает, чего он регулирует. Может, конечно, чувствительность температуры. Это самое, ну, то есть, когда, допустим, элемент пельтье подогревать, ну, точнее, когда элемент пельтье охлаждать, допустим, данный модуль, чтобы, когда, допустим, он превысил ту температуру стабильной работы 650 нанометров, чтобы он, как говорится, включался, охлаждал элемент пельтье. Либо, ну, я так понимаю, то, что какой-то промежуток времени он, либо управление термоконтролем, так маленький диод, я так думаю. Остальное, один диод, один мощность регулирует, другой мощность элементов пельтье. Ну, я, по крайней мере, думаю так. Вот название драйвера, конечно, если кто задумает, похоже, понимаете. Кстати, драйвер универсальный, очень хороший. И здесь, кстати, нигде не написано. ТТО, Нитрел, это самое. Здесь, кстати, тоже во входе модуляции не написано. Вот как-то так. Ну, вот, кстати, тоже какое-то название. Чё ж. Всем пока.